Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Excel. Сегодня мы откроем мега свинью. Событие уже подходит к концу. Наш клуб собрал уже максимальную свинью, заполнил, поэтому рекомендую наш клуб. Можете войти в него, сейчас покажу тег клуба. Вот. В принципе, отыграли хорошо, быстро, собрали на 2 дня. Получил я тут 15 побед на двух аккаунтах. Да, сегодня мы еще откроем не на одном аккаунте, а на целых 6 либо 8. Но я посмотрю, сколько будет. Заценим как максимальную награду, так и минимальную награду со свиньи. Остается буквально пару секунд, и сейчас мы будем открывать. Все. Событиями пилка закончилась. Разбить свинью. На нее надо еще несколько раз нажимать. 3, 4 и 5. Ура, все, мега свинья разбилась. Смотрим награды. 101 блинк. Прямо невероятнейшая награда. Продолжаем. 508 монет. Пол гаджета, неплохо. 200 очков силы, неплохо. У нас 20 призов будет. Давайте я более-менее быстро буду открывать, иначе видео затянется на очень долго. Ну, 20 стар-призов, это, конечно, интересно. Ну, кстати говоря, у меня же еще будет дополнительные 2 стар-приза на этом аккаунте. Потому что я там топ какой-то занял. Ну, пока все упадает достаточно дефолтное, ничего интересного не упадает. Первая пятерка звезд окончилась, и с них даже эпическая не упала. Можете потом посчитать в конце видео, эпическая, что мне выпало. Итог подвести, и в принципе мега копилка, так скажем, по ощущениям, то что лига клубов в этом плане была лучше. Потому что награды сейчас падают, чересчур такие низкие. Хотя можно, в принципе, было прокликать все и открыть сразу же, с одной стороны, и увидеть как итог. С одной стороны, но с другой стороны, не будет того самого, так скажем, интересного анимации и всего остального, ради чего-то мы играли как раз, поэтому... Я все открываю и все, да. Ну, один эпик из 20, это, из 15. Вот сейчас. Что является, не очень хорошим результатом. И выпадает достаточно мало. Но это не единственный аккаунт, поэтому у нас будет достаточно интересное открытие. 21, блин, здорово. Ну и по наградам видите сами, то есть как бы еще 21, блин. Что еще-то будет? Нет. Еще 56, блин, неплохо. И какие-то еще мега-призы. О, бонус за второе место. Сейчас получим. Пишите в комментариях, что выпадет вместо этих мега-бонусов. А, это есть, что ли? Или это другое? И последнее что-то тут. 56 кредитов, здорово. А, вот и получаю это первый мега-бонус, по-моему, я так понимаю. Или нет? Или это все? Вот это награды за один аккаунт. Вот мы уже на второй аккаунт перешли. Сейчас будем открывать вторую мега-свинью. Разбиваем ее вот так. И напишите в комментариях обязательно, что вам выпало с этой мега-свиньи. Но пока, так скажем, разочарование такое. Кстати, первые награды дефолтные, небольшие. Первая звезда мифическая, но это уже получше, чем прошлый аккаунт. 552 монета, здорово. Но не считая того, что это хрень полная. Так, раз, два, три. Я буду более быстро ускоренно открывать, потому что резкие звезды, ничего интересного не выпадает с них. Даже с эпических ничего интересного. Вот. Легендарная звезда. Зря, конечно, без музыки, потому что с музыкой, конечно, было бы получше, но я буду без звука открывать, чтобы лучше было слышно меня и открытие. Напишите в комментариях, что мне выпадет с легендарки. Я открываю ее. Эпический пин. Прям вообще здорово. Прям везет. На этом аккаунте прямо чудесно как. Так, продолжаем. Но это уже хотя бы что-то. Мифик и Лего здесь выпало по звездам. Так, продолжим. Сверхредкая звезда. Редчайшая звезда. То есть по наградам, то есть все вообще так, знаете, очень просто. И по сути, вот это по сути те же самые ящики. О, вторая мифическая. Но это аккаунт прям вообще везет. И что выпадет нам? Еще 590 золота, прям отлично, как раз коллекционирую на этом аккаунте золото, больше 100 тысяч золота, здорово, давай золото еще можно, спасибо. Продолжаем.
Так. Еще эпическая звезда. Не, ну этот аккаунт явно получше был, чем прошлый, предыдущий. Вот. Кредиты выпали. Неплохо. Здесь кредиты нужны. Еще 22 кредита. Это очень здорово. Это нам типа итог подводит за сколько? За пару ящиков? А, все. Закончилось. Продолжаем открывать мега свинью. Это уже третий аккаунт. Продолжим. Так. Итак, и увидим сейчас, что как клуб говорит, то что очень мало наград. Сейчас я попытаюсь со звуком записать. Если нормально будет, то я оставлю. Если не нормально, то я вырежу. Вот. Монеты, золото, все остальное. Редкая звезда, ничего не выпадает с ней. Дальше сверхредкая звезда, ну прям классно. Эпическая звезда, что с ней нам выпадет? Фигня полная. Редкая звезда. Я думаю, если бы редкую, хотя бы сверхредкую звезду бы убрали бы отсюда, было бы лучше. Мифическая звезда, прямо невероятно круто. И что нам выпадает с нее? Золото. Ну здорово, но в принципе, что и надо, как раз ресурсы. Самое-самое на аккаунтах. Жик-жик-жик. Ничего интересного. Можно, конечно, открыть все будет в будущем. Мифическая звезда. Legendary! Вот, отлично. Легендарная звезда. Ну хотя бы здесь не обосрались суперселы. Пин эпический. Ну прямо как на прошлом аккаунте. Видите, все закономерно. Наверное, цикл определенный есть у кого-то. Легендарка с эпическим пином, а у кого-то фигня полная. Да, еще, кстати, мега-копилка написано, то, что будет через 4 дня или через 3. Ну, когда, короче, в эти выходные, получается, которые на этой неделе будут. Как думаете, напишите в комментариях, будет ли мега-копилка еще одна, или это чисто разработчики неправильно написали эту информацию. Так, продолжим. Меня... Да, и вступайте в наш клуб. Свинью надо добивать, там будет уже за 2 дня. О, эпическая звезда. А, это все, по-моему, да? А, это как итог подводит нам, да? То, что мы выбили. Ну, в принципе, неплохо. Казалось бы, но, честно говоря, все по мелочи. Продолжим открытие наше. Сейчас мы будем открывать уже на следующем аккаунте Мега Свинью. Это 4-й аккаунт. Поначалу дефолтные награды. Все вот это одинаковое. А вот звезды разные. В принципе, как все говорят, что не особо все падает. То есть что-то такого крутого ничего вроде как не падало. Одна фигня. Поэтому посмотрим, что дальше. Эпик. Дальше редкая. Ну и в конце вы видите награды какие. Награды не такие большие, если честно говоря. Так, ну отсюда нам даже ничего не подводило, да? Не знаю, выпадет, не выпадет, но в принципе это достаточно много звезд мы открываем. С них ничего не падает. Пока что мифическая звезда. Первая нормальная звезда. И из нее золото будет. Пинчик выпал. Неплохо. Неплохо. Продолжаем. Легендарная наконец-то. Здорово. Легендарная звезда. Открываем. И что с нее выпадает? Эпический пин. Мне кажется ли это подкрутка сделана здесь? Ну а почему с легендаркой падает пин все время эпический? Не, я конечно понимаю, бывают разные, но как бы совпадение вряд ли, мне кажется. Закономерность, мне кажется. Это... Все, по-моему, да? Как итог. Неплохой, да? Вот такую награду вы получите. Вот. Так, дорогие друзья, это уже 5-й аккаунт, если я не ошибаюсь. 5-я свинья, которую мы будем открывать. В принципе, ничего интересного сейчас мы не увидим опять. Открываем то же самое практически. Но самое интересное, мне кажется, это звезды здесь открываешь и все. С которых порой бывает что-то падает, а порой ничегошеньки не падает. Эпическая звезда. 207 монет, неплохо. Ну... Как по мне, не знаю, мне кажется, о, мифическая звезда, то, что все здесь закономерно падает. Иконка игрока, здорово. Но если Лего выпадет, то мы будем уже знать, что нам выпадет, понятное дело. И вот это максимальная заполненная свинья, то есть
Надо 18 раз сыграть, чтобы, ну, как минимум. И клубу набить 250 или 300 вот этих побед сделать. Не просто сыгранных боев, а именно побед. Поэтому, ну, непросто достаточно получается в данный момент. Так, фигня выпадает. Еще одна фигня. Ну, блин, гений, плохо, конечно. Похоже, леги с этого не будет у нас, да? Неприятно то, что один мифик выпало, все, по сути. Ну, иконка игрока, да и все. По-моему, еще две, да, у нас есть. Я правильно понимаю? Или это последнее уже было? Все, это последнее. Ничего выпадает, ничего не выпадает. А, мы третье место погнали. Бонус-то забрать. Стоп. Еще раз. Не понял. Видели, 20 опять загорелась цифра. Ну что, словили баг какой-то. Потом, кто на записи ролика. О, легендарка выпала, нифига. Пишите в комментариях, что выпадет. Эпический пин. Предикт. Гаджет. Гаджет выпал нам, да? Только я не понял за... Это, по-моему, третье место. Мне дали 20 звезд еще в подарок. Или это что-то поменялось там, или баг какой-то произошел. Но в конце, я думаю, в итоге вы увидим, что у нас получилось. И все, потому что на первом аккаунте, где я получал награду, как-то я не оценил ее. Какая-то она была слишком упрощенная. А здесь нам дали плюс еще 20 звезд, что ли? Эпическая звезда. Но этот аккаунт, я скажу, поинтереснее в этом плане получился. Так, ну открываем дальше. Может, это очередной баг от Supercell, ничего нового. В принципе. Мифическая звезденочка. Что здесь нам выпадет? Хренатень, я понял. Дальше. Еще две звезды, я так понимаю. Сейчас, покиньте, забагала, и все, игра дает каждый раз мне по 20 звезд. Как итог, мы видим здесь, ну, побольше наград. Но это третье место я здесь в клубе занял по победам, поэтому получше уже. Так, мега-свинья, которая получается без звезд. Вот здесь я вообще не собирал победы, ничего. Здесь просто вот самая минимальная свинья. Давайте посмотрим, что дается на максимальной и на минимальной. Вот сейчас сравним даже. Давай, свинья, разбивайся. И 5 блингов. Ну это прямо невероятнейшая награда. 50 монет и 50 очков силы. А, 10 очков силы. Это все? А, здорово. В принципе, достойно. Очень хорошая, выгодная мега-свинья.